рамках социального интернет-проекта госавтоинспекция Ставрополья продолжает информировать жителей и гостей региона о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Этот участок автодороги в Шпаковском районе практически самый аварийный на территории Ставропольского края за последнее время. С 302 по 307 километр автодороги Ростов-на-Дону-Ставрополь от Изобильнинского кольца до въезда в город Михайловск, где расположен так называемый камень очаг аварийности. За последние 5 лет на участке протяженностью всего 5 километров трагически оборвалась жизнь 17 человек. 120 участников ДТП получили травмы, в том числе крайне тяжелые. Аварийно-опасный участок пролегает на трассе с интенсивным движением транспорта. Автодорога является транспортной артерией, связывающей Ставрополье с Ростовской областью и Краснодарским краем. За сутки по этому участку проезжает до 20 тысяч единиц транспорта, около 12 тысяч из которых транзитный. Основной вид ДТП на данном участке – столкновение, причинами которой становится небезопасная скорость движения. И как следствие – выезд на полосу встречного движения, опрокидывание и столкновение. Из равнинной местности под влиянием так называемого армавирского ветрового коридора, в котором скорость ветра может достигать до 40 км в час, в осенне-зимний период нередко образуются снежные заносы, гололедица. Видимость ограничивается плотным туманом. Для снижения риска дорожно-транспортной аварийности на данном участке ограничен скоростной режим до 70 км в час, а также нанесены шумовые полосы. В 2018 году по инициативе госавтоинспекции здесь, на перекрестке со сложной конфигурацией, оборудованы раздельный въезд и выезд из города, что в свою очередь позволило снизить риск возникновения ДТП и заторовых ситуаций. В обозримом будущем данный участок ждет масштабная реконструкция. Планируется установка тросового ограждения. Выезд из города Михайловска обезопасит двухуровневая транспортная развязка. А уже в этом году на данном участке появится камера фиксации административных правонарушений. Но все же одними инженерно-техническими решениями проблему аварийности не решить. Помните, главная причина дорожно-транспортных происшествий – это человеческий фактор. Скорость, которая забирает жизни и здоровье, калечит человеческие судьбы. Запомните сами и предупредите близких. С 302 по 307 километр автодороги Ростов-на-Дону-Ставрополь Шпаковского района – очаг аварийности. Максимум внимания и ниже скорость.